Совет. После регистрации пилоты идут тренироваться. У них буквально есть пару часиков еще перед самими соревнованиями потренироваться. Ну, а я сижу, жду ребят, уже несколько ко мне подошли, мы сфоткались. Я даже записала кружочек в Телеграм с ними, поэтому, если интересно, можешь посмотреть. Так вот берешь, значит, устраиваешь небольшие сходочки на соревнованиях, а тебе дарят цветы подписчики. Вот так вот, прикиньте, и коробочку Рафаэлки. Это мама с дочкой подарили. Так, я немного выбилась из графика, потому что у меня ЧП произошло. Мне пришлось ехать ненадолго в центр. Но закончили мы на том, что у ребят проходят тренировки. Потом, как обычно, пара пилотов, и сейчас мы начинаем парные заезды. Я вам